Ну, сегодня мы проводим очередное заседание комитета по содействию занятости инвалидов. Как мы все знаем, это, наверное, самая незащищенная социальная группа нашего населения. Особый упор мы сегодня, наверное, сделаем, во-первых, на трудоустройство инвалидов молодого возраста, поэтому вот собрались сегодня именно здесь, на площадке Череповецкого государственного университета, это наш опорный вуз области, и очень отрадно, что сегодня в нашей дискуссии примут участие не только органы власти и органы образования, но здесь будут представлены работодатели, здесь же у нас депутаты законодательного собрания области, то есть эта проблема, она волнует всех. В текущем году у нас достаточно много нововведений на уровне областного правительства представлено для вот именно работы по трудоустройству инвалидов. Мы вышли с инициативой, и губернатор области поддержал эту инициативу. У нас очень сильно увеличено финансирование на создание рабочих мест для инвалидов, на финансирование сопровождения их с помощью наставников, которые будут адаптировать их вот в социальной среде и помогать им как-то встроиться в рабочий коллектив. Поэтому вот сегодняшнее мероприятие, я надеюсь, что оно принесет такой достаточно серьезный толчок в решении данной проблемы.